удивлена, что, что есть молодые ученые, люди, которые подают заявку, они не знают, что, что им ждет, но они все-таки они мотивированы, и они хотят принимать участие, они открыты для нового, и думаю, что очень, очень, очень классно. И здесь атмосфера в баре очень... да, очень забавно и открыто, и думаю, что доклады, презентации, они на высоком уровне.